вечер кредит на выставочный зал. В минувший четверг во Дворце культуры состоялось открытие выставки работ молодого художника Александра Горстки. Торжественная часть была традиционной. Цветы, поздравления, теплые слова в адрес автора. Мне хочется пожелать вам успехов, дальнейшего творчества. Как можно дольше, чтобы вы приезжали в наш сольный град, радовать наших англичан. Я желаю вам успехов и удачи. Поэтому примите, пожалуйста, эти цветы. И желаю вам творчества огромного и успехов. Поздравляю вас. Александр живет и работает в городе Балаково. Открыть выставку в Угличе решил его отец, известный в городе искусствовед Анатолий Горстко. Здесь меня пригласил отец сюда, я его прислал картины, и он решил сделать выставку для Углича. То, что у меня было, лежало дома, не подготовлено, это только маленькая часть, можно сказать. Я прислал просто посмотрел, чтобы он посмотрел, как я рисую, и он решил отобрать и выставить здесь. Живопись не основной род деятельности Александра. В настоящее время он работает в строительной фирме по специальности дизайнер интерьера. Свободное время посвящает созданию картин. Горы и водная стихия – излюбленная тема автора. Открытые, смелые и в то же время чистые краски присущи его работам. Я всегда говорю, что, наверное, такой отличительный чертой, приходит имидж города. Это является его, так сказать, художественной направленностью. Наверное, выставляться в Угличе, Угличане выставляют, в общем, что-то сбавлены, вот избавлены были, выставки, так сказать, очень разнообразные, проходят разные уровни. Вот. И, наверное, отметиться здесь это тоже очень хорошо, потому что здесь много художников, много любителей искусства. Вот. Ну и это лишний раз подтверждает, что вот эта вот художественная аура Углича притягивает сюда творческих людей.